Асфальт во дворе 37-го дома по улице Алексея Толстого превратился в крошку. Зимой здесь был прорыв трубы. После ремонта яму засыпали, но до сих пор не заасфальтировали. Есть у жителей нарекания и к качеству работы управляющей компании. 100 лет, ну дом с 21-го года стоит. Никто ничего не хочет делать. Посмотрите, у нас что в коридоре творится. Побелили нам, покрасили. Через месяц все отлетело. О всех своих проблемах жители рассказали на встрече с представителями общественного совета микрорайона «Перспектива». Людям пояснили, теперь решить проблемы их конкретной территории будет проще. На встречу пришли те, кто готов представлять их интересы в районном совете депутатов. Все они участники предварительного народного голосования, организованного партией «Единая Россия». В каждом дворе есть активная семья, есть активный старший по дому, который в любом случае он за двором следит, знает всех соседей, знает проблематику района. А первоочередная задача этих встреч – выявить таких людей, выявить проблематику каждого района, узнать как в каждом районе, что у нас происходит. Кто войдет в состав районных советов депутатов, определится 13 сентября. В общей сложности представлять интересы жителей в райсоветах будут 284 человека. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».